Друзья, всем привет! Как ваши дела, дорогие зрители? Сегодня воскресенье у нас. Воскресенье, друзья, день отдыхает. Много народ, погода отличная, плюс 22 градуса сегодня. Так машины показывают. Чуть-чуть ветер есть, но отличная погода, просто классно. Но у меня, короче, там голова на работу. В данный момент мы ремонт делаем куда-то, друзья. Клиенты немножко деньги меньше, короче, я хочу его сюрприз делать, который что-то мрамор, я ищу такой у них там дом, немножко другой мрамор. Я куда переехал, и здесь хочу вам показывать, друзья, и здесь хурдачилар стеси, хурдачилар что? Всех, короче, Анталия, весь Анталия, где там пятизвездочные отели, там самые шикарные там дома, отели, которые что есть. У них, короче, старые, они покупают и здесь продают, друзья. Мраморы здесь любой найдешь, камень любой найдешь. И, конечно, цена, надо торговаться и здесь. Если не знаешь, так близко не надо даже. Видите, такая улица, и здесь есть очень много. Очень много, и что тебе надо? Вот здесь магазин есть. Там магазин есть, стали, лечебница, стол. Что хочешь, со здесь есть. Особенно, короче, там кто-то хочет еще потоплить квартиру, да? Купить там комби, купить там радиатор. И здесь тоже найдешь. Короче, а вторую руку найдешь, дешевле найдешь. Но мастером, если приедешь сюда, мастер узнает, хорошо или плохо. Они так, которые жить будет долго. Давайте, гуляем, друзья, познакомлю здесь. Локацию Хурдачилар стеси, пишите. Хурдачилар стеси, Google, пишите. Вот вам перевезет сюда. Где-то там. Люден шелалеси есть. Верхний Люден шелалеси, мы прям назад. Хурдачилар стеси, хаш. Хурда, Хурдачилар стеси, не забывайте. Давайте, гуляем. Друзья, здесь последний показываю его. Я надеюсь, всех узнавал, где что продают. И здесь можно купить полностью. Особенно кому-то деньги мало. Но и здесь не дешевые, друзья. Человек начало, который огромной суммой начинает говорить. Терковаться надо. Тамам? Тамам. Гейдерим абе. Друзья, мы приехали здесь, друг Арифин. Ариф свой, короче, тест кафешку есть его на деревне. Хочет купить стол, стулья. И здесь, видите, мини-дом тоже полностью есть. Лежак там сколько есть, стол, стулья сколько есть. Это которые есть новые и старые. Окно, дверь, что вы хотите, все есть. Главное, размер узнайте. Смотрите, можете купить вот таком вещи, там внутри есть металл. Поменяешь, если плохое. Поменяешь, вот, можно пользоваться дальше. Душа кабин, сколько? Радиатор, видите? Вот. Можно найти много чего здесь. Вот. Но и здесь по-турецки язычным человеком переезжайте. Старые вещи, новые цена не платите. Предупреждаю. Очень-очень важно. Вот. Кому-то бизнес открыл. Вот таком тоже есть здесь. Вот. Сколько рабочий стол, столе. Даже электрический плита есть. Мангал. Друзья, нету здесь, серьезно говоря. Такой улица есть очень много здесь. Смотри, что вам надо. И здесь что продают? Вот Дорукариф туда сидит, свой знакомым.
Сколько матрасов? 100 из 5 звездочек на теле. Перевели сюда. Видите, полностью. О, витринчик, смотрите, витрин. Очень красиво такой витринчик есть. О, настоящее дерево. Стул, стулья, друзья. Ой-ой-ой. Конечно, не модно, но... Вот мрамор. Утюг. Совсем старый, не надо убирать. Это одно время очень-очень популярно было. Каждая 5-звездочная отель была эти. Вот, 5-звездочная отель приехала она. Allah çayımı olsa içeriz abi. Ya. Olur olur abi sıkıntı yok. Aha. Abi balkon şeylerini kaça veriyorsun bunları ya? Çay seti abi. Ha. Вот балкон, стол, стулья. Шкафчик маленький, большой, все есть. Что за интересное это, что? А, лампочки дымовые. Вот. Arif, abi. Aa, sandalye dolu lan buraya gel. Abi, beğendim ben ya. Yapma ya. Вот, как деревня это. Aa, bunlar senin köye gidecek. Yo yo, bak şu var ya. Köy yerinde ya, şunlar alayım ben. Aha. Ha, çok da ucuz. Kaç paraymış? Kahve için 130-170 lira da. 130 lira diyor. 130 lira. Вот такой дела деревни. Пойдет. Köy kahvesi. Şark köşesi bile var baksana. Var var, her şey var. Burası bizden ya. Amen. Ben de buradan alışveriş yaptım abi. Öyle mi? Tabii o çay seti var ya. Güzelmiş abi, güzel. Dışarı gördüğüm var ya çay seti. Ha. Ondan ben de aldım bak, aynı sürekli. Пойдем другое место посмотрим еще. Ну, Роза, и здесь для туалета, короче, душа. И здесь, если ты нас спрашиваешь, человек, твоя голова сразу придет. Давай узнаем, что электрический ожог бахачаз, баба. Бакалу, сколько. Нет, нет, серьезно. Сколько матрасов? Оптом. Я шире бакалым шу электрик ложа. Вот человек. Американский унитаз. Американ туалеты бу. Бу му? Ха. Американ неден? С Америка переехал сюда. Фигура американская. Alo. Alo, selam, ne yapıyorsun? Oho, kazan, çaynik. 2-3 kere aradım, ona bakmadım da. Kartoşka fili, ne kaçı bu? Abla kolay gelsin, elektrikli ocak var mı abla? Oruz ya, niyet niyet yüzüz. Elektrikli ocak lazım abi. Ev tipi mi abi? Ev tipi. Ev tipi yok mu? Yok abi, bir de ben istiyorum. Sanayi tipi. Hı. Na business там сколько вещей есть здесь, много. Bunların fiyatları ne abi? Küçükler 65, büyükler abi şunlar 85. 85, 65. Tabaklar falan abi, otel tipi mi bunlar? Otel tipi abi, değişiyor. Yani. Ne kadar bunlar böyle? Şunlar bu 60'a var, 80, 85'e var. 60, 80, 80.
Sana ne diş o be. Kolay gelsin enişte. Vallahi 170 dedi. Sonra 150'ye indi. Nur Özcan, Narte, улица, короче, бизнесе, который... Кто откроет бизнес, вот и здесь приезжает. Начало там со старый возьмет. Потом, когда работа хорошая идет, это аппарат, что стакан помыть. На рабочее место. Классно, да? Со из отеля. Всех. Даже этот для теста мешалка есть. Окно, дверь полная. Вот еще товар перевели сюда. Друзья, для балкона, который очень много вещей есть. Ведь сандалии, где бурлабак. На его, короче, тесте нужно деревне, стол, стулья, кафешку есть у них. Друзья, соус пятизвездочный отель приехал сюда, смотрите. Kolay gelsin baba. Sağ ol. Şunlar mı? Evet abi. Ne kadar? Bunlar alüminyum hırtığı 450 abi. 450. Cena izdiz ne dişove, друзья. Они реально много деньги просят. Как это новый цена? Электрический дюнер кебаб. Айран. Новый выглядит. Много чего нового. Там мангал я вижу. Вот видите, касса тоже написана. Гел, имень гел. Витринчик. Друзья, цена не спрашиваю, потому что что? Какой цена спрашиваю? Гел, вер или нет? Эль не вер? Какой цена спрашиваю? Это так. Просто я вам показываю, кому что-то нужно, можно приехать. Вот в таком магазине здесь немерено. Очень много есть. Старый есть, новый есть. Вот этот ла хлеба старый. Печет хлеб. Видите, против какая. Они, смотрите, пятизвездочные отели, которые рабочих так делают, друзья. Новый со в прошлом году покупают примерно, я имею в виду, два штук мясорубка купили, да? Один мясорубка вообще не открыли, один пол завели. Каждые два продают. Новые тоже продают, старые тоже продают. Вот у них бизнес это. Abi bura neymiş lan böyle? Abi her şey var ya. Много чего. Вот стол, столи. Сколько надо. Кафе есть, есть. Bak git bir de şuraya sandalyeye bak. Orada daha fazla var. Baksana da şuraya. Şurada var. Oldu lan. Teşekkür ederim. Nazlı. Abi şey lazım bana ya. Benim kafesine sandalye lazım ama. Kaç tane aldın? 30 tane aldım. 7000 oldu. Oho. Смотрите. Серьезно. Сол лобби бар, который стоял, стол, стулья, все здесь сейчас. Пусть они смотрят. Настоящий сол. Реально.
Даже бокал есть, стакан на пиво есть. Что вы хотите, все есть. Кондиционер я видел. Один магазин. И здесь сегодня закрыт. Эти новые, друзья. Это лежак, вот. Все старое. Все из 5-звездочный отель перевезли сюда. О, но очень много есть. Налево, черт, это что такое? Уня, Ариф? Бу не бу? Казан му бу? Казан алмышты. Не знаю там что. Я мрамор ищу, плиты ищу электрические. Шагами нас усалам. Аня. Шагами нас усалам. Ага, душа кабин. Сколько есть здесь? 8 лет гарантии. Это? Чужин элден ут. Söyle. Ne olacakmış? Ne? Taker bu. Taker olacak. Hadi bakalım. Просто от души гуляю, друзья, показываю вам полезные вещи. Otel ekipmanları alım satım, видите? Yok, burada da yoktur abi, hep otelden gelme, otellerde elektrik şey olmaz. Elektrikli ocak var mı paşam? Ev tipi. Ev tipi. Ev tipi yok abi. Yok. Arkadaşta takımı var. Elektrikli mi? Evet. Bir göstersene. İzdiyiz похудение. Тоже есть что-то. Не знаю, работает, не работает. Наверное, работает. Посмотрим. Миллион штук есть, серьезно. Anladım abi. Kolay gelsin. Elektrikli ocak yok değil mi Mert gibi baba? Ondan yok. Yok. На этом часто стул продают. Побольше. И здесь, друзья, немерено. И здесь надо приехать в свободное время. Полностью надо гулять, посмотреть, куда что есть. И здесь миллион разные вещи найдешь. Миллион разные, честно говоря. На десерт, тарелки. Сколько есть? Друзья, здесь кондиционер продают. Любой кондиционер есть. Сюда. Там тоже масса сандалья. Смотрим, что есть. Здесь в другой части. И здесь даже, смотрите, это казан, друзья, это там не старый систем, электрическим работают, это, вот когда мы служили армии, там я видел его, вот назад тоже стоит большой кондиционер, видите, это там стиральная машина, большой стиральная машина. Такой ПВХ внутри металл нету, друзья. Так, фабрик
Birinci sınıf. Çok kaliteli. Bence. Вообще, без качества эти. Внутри дома, короче, можно там туалет или душ. Можно поставить. Ковер. Смотрите. Это ковер, короче, там на коридор отеля, пятизвездочный отель бывает. Вот такой ковер. И здесь проблема, что что-то покупаешь, сам должен отвезти. Пока нашим надо. Настоящие эти там все не сломается никогда. Серьезно, вот такой металлический. Надо брать, сколько штук есть здесь. Но хорошим надо найти. Да, я сам залежит. Плита тоже есть. Имен сын Арифи, друзья. Его тоже забрал с тобой. Это который кто-то гириши живут. Вот здесь у нас есть металь. Прям можно купить. Сохранить вашу квартиру. Тоже СО есть. Огромные здесь. Abi şu hocam soralım mı şuradan? Ya da gel şuraya bir girelim. Вот такой вещь нужна. Şundan bizim evin arkasına iki tane atmamız lazım. Şundan ne? He. Çok güzel oluyor abi. Bak ben şundan alırım abi. Вот. Назад, который можно положить наш дом. Это очень красивая вещь. Почем будет, сейчас не знаю. Мангальный стол. Интересно здесь. Ага. Не знаю, рабочий, не рабочий. Кухня готова, кухня. И здесь не МДФ, друзья, ДСПСО. Такой не советую, но есть здесь, наверное, МДФ тоже есть. Вот мрамор здесь полностью, видите, мрамор. Все, назад. Поставили. Они, наверное, со свой заказывают. Я не нашел такой свете мрамор. Человек работает. Ага, печка. Соба. Печка по-турецки соба. Ага, машина назад. Друзья, просят 2000 лира. Это которые мало, 20 сантиметров. Это надо быть 3. Видите, какая. Не очень такой. Посмотрим еще. Посмотрим. Много чего интересного есть. Последний сюда тоже. Снимаю для вас. Может кому-то нужен будет. Друзья, здесь стерковаться обязательно. Без стерковаться ничего не купите. Обязательно здесь. Должна. По-турецки говорящих берите с тобой. Входной дверь. Ариф, я шею да, бакалым. Бакалым, ага. Sonra gidelim baba. Dur çocuğu dur. Очень много магазин закрыт сегодня в воскресенье. Вот туда ремонтируют и поставляют продажи. Друзья, сколько так соотели, смотрите, мусор. Можно найти. Enişte, электрикli ocak var mı? Электрикli ocak, ev tipi. Yok. Yok mu? Ne kadar güzel.
tare model taksu. Сколько аппаратов здесь? Пойдем дальше. Верно, мама? Супер. Дорогие зрители, хурдачлар стеси, короче, приехал, снимал для вас, для нас, которые что искал, не нашел по-настоящему. Но кому-то интересует здесь, который особенно кому-то бизнес открыть. В последний момент видно жильством, который люди начал бизнес открыть. Вот, совет вью, и здесь, короче, можете, у меня никакой заработка, просто для вас снимаю, показываю интересного места, дорогие зрители. Люблю вас всем, пока, увидимся. Имен Бабе. Вот и именем приехали, и здесь сейчас поедем дальше. Всем пока, друзья.